Вообще это больше похоже на щуку, если честно. Но это сазан. Привет, меня зовут Антон, и это мой видеоблог. Сегодня приехали на озеро, где поклевывает сазанчик. У меня трофейная палка с новым шнурком. Я об этом шнурке писал в телеге пост. Вот. 5 грамм поставил, фиолетовую плавающую танту, Decoy Single 32 шестерка. Записываю из багажника, потому что ветер просто жопа, придется ловить против ветра сопливой палкой. Но пацаны там стоят. Да он вон, смотри, он за плиту за бетонную зацепился и мотает. Не-не-не, у него вот это. Короче, у нас тут ЧП. Ну, в смысле, как ЧП? Я же говорю, седьмой камень. Сазан, говорит, по имени камень. Да, тут, в общем, Ян решил побить рекорд по сазану, пойманному на супериоры. А шнурочек тот же самый. А что за шнурочек? Тарей 02? Но без флюрика. Без флюрик я уже оборвал. Все понятно. Флюрик. Да. Шансы, в общем, невелики, ребят. Слушай, ну я этим уже часто занимаюсь. Ну вот, да. Это как тренировка. Это знаешь, как вот эти аппараты, которые люди греблей занимаются? Да, и да. Ты типа вот так вот. Греблей я тут занимаюсь. Да, именно греблей. Ладно, короче, если все-таки что-то получится, то мы с прямым включением вернемся. Денис, не стой так близко перед... Да-да-да, чтобы похлебал удочкой, да. Не получить, если что, да? Сейчас прицелимся в него. Блин, а против ветра-то нихера себе мегабас кидает. Вот это пушка. Это самые крутые 9000 рублей, потраченные мной на рыбалку. Самые крутые. А что, он у вас сазан с поклевкой или подсасывал? Вообще это больше похоже на щуку, если честно. Но это сазан. Но это сазан. Да, я его не хотел, то в мою сторону. Это сазан. Многострадальный мегабас. Многострадальная моя кисть от ручки этого мегабаса. Мегабаса? Мегабаса могу на эксит поменять. Но я думаю, Ян не согласится. Во-первых, что хочу сказать, поклевка-то была просто как будто щукой ёбнула, извините меня. То есть он... Мне кто-нибудь поможет с ним? Нет! Ты его уже притащил? Да. А теперь сам давай. Давай, Янчик, вся надежда на тебя. Мы так не играем. Давай сливай его. Да. Мощная рыба, конечно. Чего? Просто не рано меня попало. Да Влад, убери удочку из воды. Вот, видишь, больно хорошо. Я бы не хотел, потому что такого штуки будет, а пойти к нему. Нахер такой большой-то, а?
Вон он, вижу его. Мегабас, намоленная палка, все дела. Я откуда увидел, быстрее летел. Ах ты! Не-не! Мы так не играем, все равно сломаешь. Вот, давай это. Давай. Это прям вообще. О, нет. Поздравляю. Мне помогаешь? Так, ты держи его хорошо, вот так крепко. Сейчас, подожди, я перехвачусь. Я бусиги дано. Так, сейчас, подожди, давай. Не, нормально. Я его на... Подожди. На руке держу. Давай, постой. Мое! Уходите отсюда все! Ну, кстати, это второй, который сегодня достали из воды сегодня. Целиком, ртом. На 15 вываживание. Все честно. Да, это... Что, есть? Висит-то есть у кого? Есть. Нет. Хорошо. Я там... Вот это... С весами это. Здоровенная херобурина. Пакет нужен. Мариночка, Марин, я хочу достань... домой. Достань пакет из машины моего пакета. Это специалист, это шкаф, это же Сазан. Где пакет-то взять? А с какой машины? Сазан? Это настоящий Сазан. Настоящий Сазан. Понес этого котенка, блядь, теленка, я не знаю, но это же, блядь, просто какой-то ужас. Влад, аккуратно не закидывай, да, я выпущу. Свое, блядь, какой он тяжелый, он тяжелее тебя весит, Влад, ё-моё. Пока, дельфин. Я тебя вытяну руки, понял? Наверное, надо что-то сказать или показать вам Влада, который уже перестал ловить рыбу и просто ходит фигней какой-то занимается. Это было ужасно. Это было ужасно, Марина? Это было весело. Ну, со стороны это было весело. Вот. А, ну, типа, будучи, как это сказать, активным участником этих действий, это было ужасно. Сазан — это не судак, нифига. С судаком было значительно проще. Здесь, извините меня, рыба повелевает тобой. Но чисто уже на опыте, на каком-то получилось выкачать ее. Я охрип, потому что, ну... Потому что я активно изображал японцев, которые бегают по пирсу и что-то вытаскивают. Ой, господи. Вообще, я хотел шнур сегодня потестировать, на самом деле. Но все вышло так, как вышло. Все, мы поехали домой. Такие рыбалки, как я уже говорил, они отбивают все желание их продолжать. Всем пока.